И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, енот, Пикачу и Никита. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. У нас сегодня новая рубрика, будем ставить аниматроников. Ну просто так их убить мы не можем. Надо побежать в центр карты и взять это оружие. Надеюсь, вам понравится, вы поставите лайкосик, а мы будем начинать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. На счет 3 будем спрыгивать. Вы готовы? Давайте еще поставлю, мне мало. У нас тут тусовка получается, крутецкая. Вы готовы, пацаны? На счет 3... Прыгаем. Раз, два, три. И все за оружием. А, они медленно, но они будут быстрее бежать. Ну, главное их убить. Оружие спамнится, получается, каждые 15 секунд. Смотрите, все позабирали. Вот молодцы. А мне что-то останется? О, вот мое любимое оружие. Самое любимое. Сервис М2 рулит. Бум, шаром по башке. Че их не убивает? А, оно кончается еще. Все, кончилось. Что-то, пацаны, не получается. Давайте еще возьмем другое оружие здесь. Во, вот этот мне нравится, дробаш. Очень крутой. Так, так, главное не умереть. Ай, смотри, зарезал все-таки. Пацаны, мстите им за меня. Ну ничего, следующая волна будет быстрее, аниматроники. И уже так просто оружие мы не сможем взять. Или сможем. Посмотрим. Это новая, конечно, задумка. Надеюсь, она зайдет на моем канале. И они будут меня чикать ножичком постоянно. Ну, прикольно. Уже интересно. Можно взять просто в следующий раз карту, более большую. И оружие запрятать на карте. Или как-то сложно сделать, чтобы паркурить туда надо было. Опачки. Есть, есть, есть. Где мои попугаи? Волшебные. Че, пацаны, вы всех убили? О, вон они, пацаны, давайте. Вот идут, идут, идут. О, миниган возьму. Вот с минигана я их точно сейчас убью. И пошла жара. Ого, он отлетел. Прикрою, прикрою. Ай, блин, я не хотел. Ах, зарезал все-таки меня. Следующая волна будет быстрая, аниматроники. И уже просто так не получится все сделать. Давайте, чтобы было разнообразие, давайте Марине так поставим. Я знаю, что это жестко, но мне это очень нравится. Так, давайте подальше их там поставим. Я вижу, движ пошел. Ого, там армия целая. Это будет сильно. Ну что, ребята, на счет 3 спрыгиваем. Раз, два, три. Блин, ну сразу слился, вы видите? Ну ладно. Я их запомнил в лицо все. Так, первая попытка неудачная. Пойдем еще раз. Да что вы меня мочите так быстро? Может, я много штук поставил, не? Вот это тут их толпа. Прям вообще сильно. Блин, у меня оружия нету никакого. Смотри, какая дискотека. Давай, мочи их базукой. Бенди красавчик, какой разошелся. Угонишь, отлетает, искры делают. Они прям трутся. Так, ты кай, отвлекай, я прыгаю. Че они такие быстрые? Как их убить? Я оружие даже не могу, пацаны, взять. Ну попробуй еще раз. В припрыжечку. В припрыжечку, давай. Блин. Не дают. Не дают. Ну мы сейчас спрашивать-то не будем. Еще разок. Да, эта волна жесткая. Вот это уже интересно. Это уже начинается челлендж целый. Добеги до оружия или проиграй. О, может на эту штуку запрыгнуть? Они тут не достанут. Вот так, наверное, не достанут меня они. Берем, берем все оружие. Собираем, собираем. Базуки, все. Ну чё? Дети, негодяйки. О, вижу! Пацаны, прикрываю. Есть! Сложил! Сдохни! Сдохни! Так, 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 давайте сюда прибежим. О, на ступеньки они, наверное, не смогут запрыгнуть, да? О, тут прикольно, как база у нас. Так, давайте будем их разлаживать. Так, а где она? Чуть не вижу ее. Скример на лице есть, а ее нету. Есть! Помог, помог. Так, может они тут прям под нами? Так, давайте вот сюда заглянем. О, вот они! А чего тут забыли? О, отлично. Пацаны, давайте, помогайте.
Это очень жесткая волна какая-то. Базуки летят в разные стороны. Так, еще там есть. Или все? Нет, пацаны, у меня еще скример есть. Где-то еще одна лазит. Давайте найдем ее. Она от нас не спрячется. Так, мочилово пошло. Там, да, она? Ого. Чё-то я не вижу ее. Убили. Нет, не убили. Вот она. Так, разложили. Пацаны, есть у кого-то еще скример? Нету? Нету. Хорошо, давайте на синюю башню, она ближе. Сейчас будет еще жестче. Это только разогревка была. Так, а давайте мы поставим. О, спринтрапы. Это вообще сильно. Они еще скример делают какое-то время. Будет очень тяжело. Так, ты что там залип? А что они не бегают? А, бегают. Вот это жестоко сейчас будет. Ограничений нету. Лимит убрали. Так, еще FPS не падает. Ну, я думаю, для этой волны хватит. Не, не хватит. Еще парочку штук. Во. Все. Пошла жара. Попробуем до оружия добежать. А, я ноги сломал. Умный человек так бы не сделал. Бум. Так, бежим за оружием. Какой против них использовать? Оставьте мне, Бенди, это ты псих. Бенди самый жадный на оружие. Так, сейчас будем их как-то запутывать, что ли. Прям толпой бегут и все. Давайте, пацаны, окружаем их. О, давайте возьмем миниганчик. Может, в следующий раз делать всего одно оружие? Напишите в комментариях, сколько оружия вообще поставить и какие в следующий раз. Прям в толпу будем строчить. Сколько у них жизни? Это прям трякают. Блин, это оружие какое-то слабое. А, со спины! Хорошо. Я специально подался. Вот эту толпу я сделал. Карта очень оптимизирована, вообще не лагает. Так, он за мной, он за мной. Будем запутывать следы. Ты что? А как оружие взять? Что-то я много поставил. Но мы их все равно должны убить всех. По-любому. Ух, тут взрывы идут. Так, бежим, бежим за оружкой. Все собираем. Вообще отлично. Вот, это, кстати, мощное оружие. Куда я там стреляю? Я не знаю сколько, штук 50, наверное, точно поставил. Че, пацаны, потихонечку валим их. Во-во, сейчас сильно будет взрыв прям в толпе. Во, красавчик, енот. Можешь же? А говорил, не может. Разлажу, разлажу. Ого, сколько трупов. Это класс. Так, тут оно бегает. Когда уже вторая часть выйдет? Не понял. Че, всех убили, что ли, опять? Не, мне кажется, еще какие-то должны быть челики. Вон бегает, пацаны, еще есть парочка. Давайте их уже добьем. А ну иди сюда. Красавчик, в голову зарядил. В некоторых местах застреют они. Ого, отлетел. Вот это сейчас будет вся карта. Так, еще не лагает, 60 FPS. Я не знаю, сколько надо их поставить, чтобы залагало, но будем до упора. Все просили, чтобы мы очень много поставили. Ребята, ваша мечта сбылась. 45 FPS. Давайте вот так вот удалим. Я думаю, штук 80 я поставил. Побежали вниз. За мной бегут. В припрыжечку главное. Когда вы, ребята, Бенни хопите, они не догоняют. Че, оружие никто взять не может? А я взял. Они что, застреют, что ли? Эй, отвали. Блин, они сейчас окружат меня. Сколько у него жизней? О, вот так вот, легко и просто. А, не застреют. Хорошо. Застреете, да, пацаны? Сейчас мы вам покажем кое-что. Все-таки один нашел меня и убил. Надо отомстить им.
Бу! Угу! У меня... Ноги поотрывало! Вот это жесть! Сейчас взорвем 100 баллон боев. Я люблю так это делать. Так что, ребята, кто любит мега-взрывы, смотрите до конца жесть. Это вакханалия вообще сейчас будет. Что-то не лагает, пацаны, еще. Будем ставить дальше. Вот это жесть, я разошелся сегодня. Все? Или не все? Нет, не все. Давайте еще поставим парочку. О, что они... А, вот так вот, я понял. Так, ну что, пацаны, надо мега-взрыв сделать, по-любому. Есть у меня одна мега... Угу! Бум! Вот это жесть! Почему они живые? Я не понял. Да что такое? Почему живые остались эти морды? Еще и шрамы пердят, да? И еще вот такая бомба в конце. Вот это мы тут устроили. А, я горю. Жопа горит, помогите. А, пердак мой. Вот это жесть. Смотрите, ребята, я вам покажу, что со стороны произошло с картой. У меня просто лагает 6 FPS. 4 FPS. Да неужели они живые? Да как? Да как они живые? Хорошо, я разозлился, пацаны. Есть одна бомба. Старая, проверенная годами. Которая никогда не подводила меня. И эта бомба... Вот такая вот. Сейчас. Надеюсь, у меня не вылетит. Давайте парочку удалим. Парочку, я баллон боя. Бум! Вот так как. Все, и удалять не может. А вот теперь все четко. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все. Пока!